Вот сейчас это предложение упустить никак нельзя. Особенно для тех модниц, которые долго ждали этого предложения, но по каким-то причинам не могли себе его позволить. Вот сегодня можно действительно все. Вот сегодня совершенно шикарнейшее предложение. Бархатные брюки. Полностью итальянский образ можем сегодня с вами собрать в стиле, ну не знаю, самых известных кинодив, мне кажется, итальянских, и выбирать их лучше, конечно же, в тон. То есть у нас сегодня совпадают цвета и туник, и брюк. Я выбрала зеленый малахит. У нас есть с вами вот такой шикарный цвет бордо. Вино хочется, знаешь, ну, мне прям вот вино напоминает, этот цвет. Такое красивое, глубокое. Дальше. А вот смотри, какой яркий, как он переливается. Цвет электрик, вот такой вот яркий синий оттенок, который действительно прямо горит вот на свету, да? Хорош, хорош, вот, невероятный. Вот знаешь, не уступает, наверное, самому яркому красному, да, по привлекательности, вот, внимания. Да, окружающих. Угу. Действительно, самый яркий из цветов – это темно-синий цвет, это королевский оттенок у нас с вами. Посмотрите, если хотите сдержанный образ, пожалуйста, можно выбрать и такой. Кстати, можно к яркой, например, тунике выбрать такие брюки, почему бы нет. Ну и, конечно же, черный. Черный уместен всегда, подойдет к любому цвету. Здесь дело уже только за вами. Сразу вам заявляю о том, что берем брюки четко размер в размер. Это бренд All Miss, и это значит, что идеально совпадает у нас с вами размерная сетка с ГОСТом. 999 рублей за ультрамодные брюки от бренда All Miss. Лера, я сплю? Разбудите меня. Нет, ее лучше не надо. Мне кажется, лучше оставаться в этом прекрасном сне и успеть заполучить свои шикарные брюки, потому что по такой цене ты в обычном магазине не купишь леггинсы, Арина. И что там говорить про вечерние брюки? Конечно же. Тем более, что это брюки от бренда All Miss. Тем более, что это такая размерная сетка. Тем более, что роскошная палитра. Тем более, что совершенно идеальная посадка. Вот знаете, чем хорош вот этот образ целиком? Так. Вот это тот праздничный образ, который ты вообще на себе не ощущаешь. Вот совершенно. Мало того, что туника, да, казалось бы, комфортная вещь, которая в праздничном исполнении. Брюки, посмотрите. Брюки выполнены у нас с вами по принципу аристократичных вот таких вот пижамных брюк. Роскоши, бархата мы здесь с вами видим. И, посмотрите, посадки. Это же самое, что ни на есть комфортный вариант. Это у нас с вами брюки на эластичной ленте. Посмотрите, мягко и очень приятно. Совершенно не передавливают пояс. При этом они высокие. Посадка здесь действительно хороша. Вот что меня лично радует. Смотрите, за счет этого что получается? Брюки сидят высоко, не перерезают нам живот, нет вот этих выступающих боков. Все изящно, все очень и очень аккуратно. И главное, вы действительно не ощущаете на себе вот эту шелковистую бархатную ткань. Вот так вот, комфорт и роскошь. Вы думали, что это невозможно? Возможно. С телеканалом Shop & Show все возможно сегодня. Мы сегодня исполняем ваши мечты. 999 рублей. 5 цветов на выбор. Слушай, Лера, еще у меня такой вопрос. Смотри, я как-то сестре говорю, да, давай покупай себе какие-то модные брюки. Она хотела выбрать бархатные. Но пошла в магазин, померила, говорит, слушай, ну они добавили, наверное, ну размера 2-3, мне точно. Да, ты знаешь, на самом деле здесь дело еще, конечно же, в крое и в самом бархате. Бархат бывает совершенно разный. Бывает пан-бархат, это материал объемный, это материал, добавляющий действительно веса и в том числе добавляющий объемов и нам с вами. Бывает микровелюр, то есть очень деликатный бархат с коротким ворсом, очень бархатистый такой гладкий. Это как раз наш с вами случай. Что мы здесь получаем? За счет короткого ворса мы не добавляем себе объема ни капельки совершенно. Но больше того, у нас есть здесь еще одна хитрость, что в самих брюках. Брюки у нас с вами прямого силуэта, причем свободный от линии бедра, не от колена. Что это значит? Такие брюки всегда вытягивают силуэт, всегда вытягивают ноги. Такие брюки чем хороши? Посмотрите, на округлых бедрах, на более узких бедрах они смотрятся совершенно шикарно. Плюс длина. Как видите, такие брюки все-таки принято носить на каблук, хотя бы на небольшой, так, для того, чтобы они действительно вытягивали силуэт. Получается абсолютно вот бесконечные ноги. Причем, обратите внимание на образ нашей Лали сейчас. И это вариант с нашими брюками в другом совершенно случае. Помните, что
что я вам всегда говорю, в хорошем гардеробе на один низ должно быть минимум два верха. Вот так вот, хотите новую фигуру, просто правильно подобрать для себя брюки из правильного материала. За 999 рублей новая фигура. Слушай, все худеют, сидят на диетах, ходят в спортзал, а вы просто раз, щелчком, вот так вот. Посмотрите на наших девчонок, это что-то потрясающее. Ткани от бренда Omis — это всегда лучшее, что может предложить вам бренды. Вы хотите похудеть, вы хотите стать стройной и привлекать к себе внимание, и всего заплатить за это 999 рублей. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Не допустите, чтобы они закончились. Вы знаете, что самое чувство, когда ты жалеешь, что не действовал вовремя. Телефон бесплатный для ваших заказов, и оплата только по факту получения. Лер, слушай, у меня к тебе вопрос. Смотри, если мы можем наши брючки сочетать еще и на каждый день, да, с обычными совершенно туниками и блузами, как насчет практичности? Я в плане того, что велюр иногда вытирается, велюр иногда сминается, вот этот ворс, да, и вытягивается сильно. Но смотри, вытирается как раз бархат, который на шелковой основе. Что такое бархат? Вообще, вот чтобы вы понимали, почему он вытирается. Между двумя слоями ткани вот так вот прошиваются шелковые нити и разрезаются между ними. Вот так получается этот ворс, вот так получается бархат. В нашем случае это велюр, это другая технология. И эта ткань эластичная, то есть она не вытягивается, так. Не, вот эти волоски не вытираются, не получается как раз вот этого эффекта, Арин, про который ты говоришь. Ну и, конечно же, чем хорош вискозный трикотаж? Посмотрите, он совершенно не мнется, поэтому здесь можете себе позволить абсолютно точно такие брюки носить хоть каждый день, носить их на праздник, вместе, кстати, с туникой. Но вот ты свидетель, я сегодня свою тунику, например, с утра не снимаю, да. С ней совершенно ничего не происходит, она не мнется, она не приходит в какой-то непотребный внешний вид, она все так же хороша. Сегодня мы можем себе позволить за 999 рублей новую фигуру, новое настроение, уникальность. Посмотрите на эти образы, вы вообще встречаете женщину когда-нибудь так модно одетую в своем окружении? Только представьте себя, когда вы зайдете на корпоративную вечеринку, на свою работу, только представьте реакцию окружающих. Вы стройная, вы модная, вы красивая, уверенная в себе женщина. И при этом вы сэкономили сегодня менее 1000 рублей за брюки до 64 размера. Причем, это... ты знаешь, вот что я тебе должна сказать, да? Вот это такой образ, которого точно ни у кого не будет, да? Вот любое корпоративное мероприятие, представь себе, например, да? Вот смотри. Наша, вот, допустим, корпоративная. Да, вот смотри, в чем все придут? В платьях, да? Но, может быть, кто-нибудь придет, я не знаю, в костюме в каком-нибудь, ну, брючном, да, или юбочном с жакетом, скорее всего. Да. Но вряд ли кто-то придет вот в таком стильном образе, в стиле 70-х, который сейчас на пике. Тем более, что сегодня можно себе это позволить. Сегодня вам такой праздничный обойдется образ просто в какие-то, ну, я не знаю, более чем доступные деньги. Ну, одна наша постоянная телезрительница заказала для себя 12 брюк. Она-то знает толк в модных тенденциях и в ценах. 999 рублей брюки от бренда Omis.